Российским законодательством ужесточилась уголовная ответственность за незаконные приобретения, передачу, хранение, пересылку или ношение огнестрельного оружия. В том числе за совершение деяния в группе лиц по предварительному сговору. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. С 12 июля 2021 года вступил в силу федеральный закон от 1 июля 2021 года номер 281 ФЗ о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, которым внесены изменения в статью 222, 222 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и кодекс дополнен статьей 222 прим. 2. Так, в соответствии со вступившими изменениями, в отдельную часть выделяются деяния, связанные со сбытом огнестрельного оружия. Уголовная ответственность ужесточена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет, а в случаях, когда сбыт совершается организованной группой, лишение свободы от 10 до 15 лет. В настоящее время сбыт огнестрельного оружия является тяжким преступлением. Теперь предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей. Максимальное наказание, предусмотренное за незаконное изготовление, составляет до 2 лет лишения свободы. За сбыт – до 4 лет лишения свободы. По статье 222 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации усилена ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ. В частности, за покупку взрывчатых веществ в интернете грозит до 12 лет лишения свободы, а за сбыт – до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Уголовный кодекс дополнен статьей 222 прим. 2, предусматривающей ответственность за оборот крупнокалиберного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а по квалифицирующим составам – до 15 лет лишения свободы.